Хорошая девочка, Дуся, Дуся, Дусечка. Так, а сейчас я вам покажу, на что способна сорока. У нее 1,5 миллиарда нейронов в мозгу. У человека, по-моему, 2. Дуся, спасибо, не надо кусать за палец. Смотрите, в чем задача. Значит, вот у нас есть лупа. Да, вот она Дусе нравится. Она знает, как она устроена. Вот. Значит, я сейчас поставлю сюда 3 батарейки. Вот, смотрите. Дуся видит, как это происходит. То есть, вот я ставлю 1 батарейку, аккумулятор. Дуся, не надо пока, подожди. Вот 2-й аккумулятор. Дуся, отдай его сюда. Ну, ей аккумуляторы очень нравятся. Один она уже, короче, украла. Сейчас мы заберем этот аккумулятор. Дуся, иди сюда, отдай аккумулятор. Она с ним носится, как дурень со ступой. Так, сейчас, секундочку, я заберу аккумулятор. Вот она прискакала опять к аккумулятору. Так, так, не надо, Дуся. Ну ладно, пусть с 2 аккумуляторами. Теперь смотрите, вот есть крышка, да. У крышки есть язычок и есть язычок, который защелкается. Обратите внимание, сейчас я закрою. Я просто, она несколько дней открывает эту крышку. Я думаю, как она это делает. Смотрите, вот она защелкнулась, видите. Его открыть обычный человек даже не может. Вот оно плотно все. Оставляем и покажем. Дуся, а ну покажи нам, как ты открываешь все это дело. Так, она понимает, что надо бить в эту штуку. Вот она открыла. Причем она бьет вот в этот пымтик, который закрывается мощно. То есть он закрывается под давлением. И все, она раскрыла. Дуся, а покажи, значит, нам еще раз. Вот смотри, вот как это можно открыть. Вот, смотрите, мы сейчас закроем. Сейчас еще одно видео сниму.